Приветствую всех на канале Бажениты, это Омская область, с вами я, ее ведущий Влад. Сегодня у нас 15 июня, время суббота, около 11 часов дня. Я нахожусь в рабочем поселке Саргатское, Омская область. На улице там стуха, это конец улицы, здесь дальше начинается уже РЭС, 120-й дом. Смысл такой, я сейчас проеду по улице, посмотрю, есть ли там контейнеры, заполнены ли они мусором. В общем, покажу, как проходит мусорная реформа в отдельно взятом поселке городского типа Саргатское. Пройду по улице, покажу. Пустые контейнеры, хорошо. Полные, если будет полный, я их покажу. Товстуха, улица довольно длинная. Ну, километра полтора это точно она. Вот здесь вот можем посмотреть контраст. Старые домики стоят и хорошие домики, построенные, хорошо ухоженные. Пока я не вижу контейнера. Вот тут хозяйство привязано к забору. По домам можно судить о том, как живут местные жители. Какой уровень их благосостояния. Вот по-разному, сейчас на другую сторону покажу, поверну. Вообще газ на улице, но он подключен, видимо, не у всех. У кого-то дрова на улице лежали. О, нашел контейнер. Так, сейчас я остановлюсь возле него, покажу. Нашел я контейнер один. Так, дома тут какие-то напротив. 86-го дома стоит контейнер, подписан МУП ЖКХ, контейнер полный. Надо посмотреть график, когда он должен вывозиться. Но вместо районной газеты к новым рубежам был график. Сейчас я газету найду, посмотрю, когда он последний раз вывозился. Сейчас проеду дальше, посмотрим. Товстуха, она начинается с окраин поселка и упирается в центр поселения. Так, смотрим, что там. Плотность населения здесь высокая. Люди живут по-разному. Кто побольше набрал кредитов, а кто не может их набрать. Вот такие домики стоят. Где-то 50-х годов постройки. И вот рядом другие получше. Асфальтированная дорога, и буквально в 10 метрах уже идут жилые постройки. Подъезжаю к центру. Здесь дальше уже находится школа средняя. Да, контейнера я пока еще не вижу. А нет, вот нашел. Сейчас остановлюсь, покажу. О, тут кошмар. Нахожусь я в начале улицы Товстуха. Здесь как раз вот рядышком находится переулок и средняя школа. Дети выходят отсюда, идут. И когда выходит на улицу Товстуха, здесь вот такое происходит. Стоит контейнер. Когда он вывозился, я не знаю. Но контейнер полный. Уже все завалено. Интересно, буквально рядышком находится центр компартии. Очень интересное сочетание. Мусорная свалка, а над ней возвышается коммунистический флаг. К
Как это коммунисты допустили, чтобы свалка была рядом с ними? Проехал немножко метров 100, ближе к центру. Нахожусь в самом центре поселка. Вот здесь вся такая красота, все чисто, аккуратно. Как администрация района, поселения допускает проведение такой мусорной реформы? Сейчас я крутанусь и еще раз покажу. Прямо из центра будет видно вот эту свалку. Сейчас покажу обзор, как мы находимся здесь, в самом центре. Вечный огонь. Все памятные места, все достопримечательности. Почетная доска. И вот прямо отсюда, в 100 метрах, мы можем наблюдать вот эту свалку. Сейчас мы ее покажем. Вот такая красота. Приехал и на другую улицу. Здесь стоят двухэтажные дома. У нас это называется 19-й квартал. Где многоэтажки. Возле свалки нахожусь. В этот же день, где-то полдвенадцатого время, 15 число, свалка полная мусора завалена. Уже я график посмотрю, когда должно увозиться. Так. Ну, я думал, что здесь написан график, когда должно это вывозиться. А здесь просто объявление. Ну, здесь пытается что-то сортировать. Но, видать, переполнено уже, сортировать некуда. Тетрапаки отдельно должны быть. Все предусмотрено. Фу, запах ужасный, невозможно, блядь, стоять находиться. Так, контейнеры подписаны. О, сервис. Так, что у нас с этой стороны? Ну, тоже я графика не вижу, когда должен вывозиться. Так. Реклама, объявления, а графика нет. Здравствуйте! А с вами можно поговорить насчет свалки? Нет, у меня свой канал на Ютубе. А вы для чего интересуетесь? Почему мусор не вывозится? А, ну я этой как раз проблемой и занимаюсь. Почему не увозится мусор? А вы не можете прокомментировать? Ваше мнение по поводу мусора и всего. Я вас снимаю. Мое мнение? Значит, что я хочу сказать. Я живу не в квартале, живу в частном доме на улице. Где у нас вообще нету ни контейнеров, ни ничего. Пообещали, что два раза в месяц у нас будут его вывозить. Но его никто не вывозит. Ну, я вот езжу, смотрю, значит, подписано сервис, подписано, значит... Это старые контейнера нашего коммунхоза. Ну, коммунхоз вроде со 2 числа уже распался и не работает, а он обанкротился. Ну, не знаю, но вообще-то вывозят, когда как. Ну, в газете я видел, что опубликовали, значит, график. График опубликованный, но он не исполнился. Не соблюдается график. В среду был выходной, и я во вторник специально поехала к Изотенко. Я не застала там никого. Поинтересовалась у специалистов, мне сказали, что мусор вывозить не будут. И не объяснили, по какой причине его не будут вывозить. Но если до этого меня устраивал контейнер 2 раза в год, я платила, мне его привозили, я его загружала и увозили, то сейчас вообще никто не увозит. Вот сын приезжает с севера и увозит на машине на свалку. Но свалку это... вроде тоже там закрыли. Там ну, свалку-то ничего. Вроде... Ну, как закрыли? Там возят мусор. Ну, понятно, деваться некуда. Деваться-то некуда. У нас вот на улице Южной выставлены мешки. Вот, можете, если хотите, проехать и посмотреть. Ну, я съездил, конечно, посмотрю. Ну, вот в начале улицы мешки стоят. И собаки... Ну, а квитанции вам уже пришли об оплате? Квитанции пришли. За апрель месяц я пошла в
узел связи написала заявление, что мусор у нас не вывозился. Прошу мне сделать перерасчет. Угу. Но я либо поздно его написала, это заявление, мне перерасчет не сделали. Сейчас пришел за май, уже за апрель и за май. Вот в понедельник я собралась идти писать за май. Понятно. Вы пенсию получаете через карточку? Да. Получается, если значит, даже вы не заплатите, у вас все равно с карточки снимут эти деньги. А кто у меня их снимет? Ну как там, значит, там в газете значит, было написано, что если вы свое время не заплатили, вы становитесь должником и будут санкции. Но я введены. Же написала заявление, что у нас мусор не вывозился. Оно же у меня зафиксировано и подано в инстанцию. Хорошо. Ну они приняли там. Они приняли у меня приняли? Его, да. Но я его просто поздно написала, уже в конце мая. Но это проблема не только ваша, это проблема... Я знаю, что не ваша. Но если бы я вот здесь вот жила, в квартале, я бы обязательно за мусор заплатила, потому что его все равно в конечном итоге вывозят. Я тоже живу на земле, тоже в частном доме. А у нас его вообще не вывозят. И вот вчера я разговаривала с соседкой, она сказала, вот этот мусор у меня с трех человек, вот такой пакет. Это, говорит, за неделю. И тарифы вот эти вот, 116 рублей. Это у нас проживает много. Два человека, прописано 7, ну, по жизненным обстоятельствам. Угу. Но это вообще нереально. Нереально, действительно. Очень большая сумма. Очень большая сумма. Для пенсионеров эта сумма очень большая. Да, очень большая. Где вы говорили, на Южную улицу? Южная. Я сейчас езжу туда. Сразу вот с краю. Спасибо вам большое. Лежит. Как вас зовут, хотя бы имя? Елена. Очень, Елена Петровна, спасибо вам большое за комментарий. Ну, съездим сейчас на Южную. Хотелось бы изменений, конечно. Вот так вот проходит мусорная реформа у нас в районе. В трех шагах от администрации. Кому было интересно, пишите, оставляйте комментарии, оставляйте пожелания, пишите вопросы, я вам отвечу. Подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Кому интересно, поставьте лайк или дизлайк. Всем пока!